Ну что, друзья, все, едем домой. Ну что, жена, мы мчим с моим товарищем и боевым другом. Ну что, страна? Смотрите, какая красота! Ну что, до новых встреч, друзья, до понедельника. Шоу сегодня снимают ВВ без меня, Наташечка, моя дорогая. Справитесь без меня, друзья мои, справитесь. Ну все, всем счастливо, всем пока, мои хорошие. Поможет, дочур. Да. А это кто? Кто это, дочур? Даня. Как его зовут? Это попугай, да? Как попугай делает, дочур?
Открыть тебе? Да. Давай. О, сколько у тебя новых игрушек. Давай, зайчик. Сейчас. А там, а что такое? Рыбки, что ли? Да чур. На стаканчик. И туда рыбок запускай. Какая у нас прикольная игрушка. В общем, мы тут на карантине нашли себе занятие. Не только вот дочь тут интересно, но и нам тоже, родителям. Папуля, а где тот самолет, который летает? Покажите мне. Василёчек, да чего? Ух ты, наливай туда водичку, да чего, бассейн. Вау. Вот это да. Так, не психуем. А то тут Василиса... Дочь с папой не могут игрушки поделить. Как круто. Ну, я налью воды. Вау. Папа, не забирай, она сама. Не ругайся, да чё. Давай еще налью водичку, хорошо? Давай, пойду сейчас налью, принесу. Как здорово. Ух ты. Класс. Виви, да, дочь. Видишь, они за счет магнита летают. А где самолетик? Да чур. Лови рыбку, лови. Служусь и поймать его. А где самолет был? А, вот он, солнышко, вижу. Туда поставь на дорогу, он тоже будет летать. Опа. Прикольно. Ну-ка, пап, дай я словлю. Рыбку мама тоже половишь. Ух ты! И мама поймала. Вот это у нас новая игрушка, какая прикольная. А самолетик поставь на дорогу, он тоже будет летать, да черт.